Смотрите, на автовокзале есть хостел. Он стоит сутки, два места. Сутки два места стоит 209 злотых. В комнате душ и еще что-то. А в комнате что есть? Душ? Душ. Так, а туалет в коридоре? Что? Туалет в коридоре. А, туалет в коридоре, да? А за туалет надо платить? Нет, не надо. Угу. Хорошо. А вам коллега может поменять деньги, да? Да, коллега пойдет сейчас поменять деньги, придет, и мы оплатим, да. И зайдем. И завтрак включен еще, да? Да. 6:30 надо позавтракать. Хорошо. Отлично. А в хостеле уже есть полотенце, да, и все остальное, да? Понятно. А это вот расценка, да? Вот так вот. Мы будем заселяться сейчас. Так, все, идем дальше. Нам на 7-й этаж. Нам дали ключики. Вот от туалета и от комнаты. Так, это сюда, значит, нажимаем. Да. Три лифта. Раз, два, три. А это, наверное, наверх, да? Что это у нас? Комната и туалет. Комната. Комната 914, 7-й этаж. Где наш лифт? Что-то он не едет. Вот, что-то приехало. О, отлично. Заходим. Так, 7-й. Поехали. А завтрак у нас на 8-м будет. Вот такой лифт. Вот так вот. Подходим. Так, 914. Это значит сюда заходим. Так, 923, 924, 903, 914. Подожди, 914. 914. 900, о, сюда. 910, 911. 913, 914. О, вот наша комната. Вот наш хостел. Так, заходим. Зеркало, шкаф. Ну что у нас? Туалет. Так, ванна. Туалет. Запах, конечно, не очень так. Кровати две штуки. Ну и вот такое вот здесь. Все так, свет включить. Ну, вот нормальный хостел. Отлично. За 200 злотых. Неплохо. Какой у нас видок там? Посмотрим сейчас. А, ну, вид у нас так, более-менее. Более-менее красиво. Ладно, все. Будем мыться, бриться. И пойдем скоро на завтрак.